Добрый вечер, родные! Второй раз. Второй аншлаг. По секрету, мне за кулисами шепнули, что ни у кого такого из артистов еще не получалось в одном городе, но московске. Два концерта подряд, еще и два аншлага. А все потому, что мы вместе. И у нас это с вами получилось, родные. Я рад видеть всех вас и каждого в отдельности. Большое спасибо, что пришли. Ну и логичный вопрос. Кто был вчера? Так, хорошо. Балкончик там таки есть. Кто был вчера? Есть. Хорошо. Ну, смотрите, те, кто был вчера, поаплодируйте тем, кто пришел до сегодня. А все остальные поаплодируют вам теперь. Столько новых людей, а? Вот еще вопрос тем, кто был вчера. Родные, я вам еще не надоел? Нет! Хорошо, но не все, по-моему, это сказали. Надоел точно, нет? Нет! Хорошо. Ну, смотрите, сколько у нас новых людей. Что не может не радовать? Поэтому у нас по традиции первый блок концерта – это, конечно же, знакомство. Я буду не только петь для вас, но и между песнями говорить, рассказывать о себе. Иногда даже танцевать. Ну, не могу, вот. Конечно. Ну, не могу. Редко, но иногда. Что, простите? У нас сегодня, видите, какое уютное общение. Вы можете спокойно прям вот так вот задавать какие-то вопросы из зала. Но я обещаю, что я буду реагировать, потому что очень много этих вопросов будет, судя по всему. Да. Но я хочу сказать, что сегодня я начал программу с песней, которую посвятил специально для своего слушателя. Сегодня для меня вдвойне ответственное событие. Второй концерт на родной земле, в моем родном городе. И моя мечта сбылась. Сбылась она второй раз. Привет, Новомосковск, говорил я вчера. Привет, Новомосковск, говорю я вам сегодня. Кто-то меня, конечно же, из вас знает, может быть, даже лично, но все равно небольшую предысторию для того, чтобы мне сегодня вот так стоять на этой сцене, сгорать от света ваших глаз, мне потребовалось 30 лет. Скоро будет 31. И я так счастлив, что мы встретились наконец-таки с вами. И это чудо произошло. Реально, сейчас происходит чудо. И в этом виноваты мы с вами все. У нас сегодня впереди 10 часов музыки. Не все поаплодировали, я заметил. Ладно, шутка. Сейчас песню спою и пойду, все. У нас сегодня впереди разнообразная программа. Будут песни, конечно, хорошо вам знакомы. Будут песни, которые вы не знаете, для некоторых там это будут премьеры. Будут и танцевальные песни, так что можно будет конкретно зажечь в проходах. Но московский, я знаю, вы это любите. Да, да. В общем, будет все. Потому что я всегда говорил, что зритель, уходя из концерта, должен получить весь спектр эмоций. Абсолютно весь. Но самое главное правило, железное правило, которое будет
действует на протяжении всего концерта. Аплодисменты! Но дополню, как будете аплодировать, так буду и петь. Мы начинаем, родные! Следующая песня называется... Друзья, приглашаю вас в комментарии. Я точно знаю, вам есть что сказать по этому поводу. И до встречи в новых видео.